Здравствуйте, с вами Николенко. Сегодня я расскажу о таком сорте груш, как краснокутская. Там они разные сорта бывают, но вот это осенний сорт. Это свердловская селекция, насколько я не ошибаюсь. Она очень морозостойкая, дерево рослое, саженцы мощные получаются. Ну вот я на семенном, если делаю. Вот. И вот такая груша в Бресте, она в Бресте. В этом году она будет к концу августа, а так обычно она к концу сентября. Плодоношение вступает этот сорт где-то на четвертый год. Ну вот видите, на следующий год вот уже заложена опять плодушечка. Видите, это уже вот плодушечка. Урожай этого года, вот это основа урожая на следующий год. Я туда не полезу высоко, дерево высокорослое, это сорт высокорослый. Там если оператор достанет, пусть что-то там пофоткает. Но сорт неплохой, хорошие вкусовые, хорошая морозостойкость. Этот сорт как бы, ну, с коллекции не выбрасывают. Этот сорт груш долго не хранится. Она как бы вот, ну, сентябрьская. Бресте сентябрьская. С вами был Александр Миколенко. До свидания. Заходите на наш сайт medvino.net. Подписывайтесь на наш канал.